Эта 16-этажка на проспекте Строителей 92 – отличный вариант для тех, кто предпочитает жилье в рассрочку, без процентов и переплат. Вскоре здесь появится детский сад и оздоровительный комплекс. Все в шаговой доступности. Рядом торговый центр, кафе, отделение банка, поликлиника, школа. Несколько маршрутов автобусов, троллейбус. Около дома – пешеходные дорожки, современная детская площадка, комфортная парковка. Высотное здание выполнено по передовым технологиям и современных материалов, что гарантирует необходимую прочность конструкции и энергоэффективность. Панели наружные выполнены по современным технологиям, они утеплены. А это значит, что затраты на оплату коммунальных услуг в зимний период значительно уменьшатся. В доме 80 квартир, подключены все инженерные коммуникации, предусмотрены лоджии. В стоимость недвижимости входит установка унитаза, счетчиков, стальных дверей, двухкамерных стеклопакетов. Гомельский домостроительный комбинат сделал приобретение квартиры более доступным. Мы предлагаем рассрочку своим покупателям на 3 года. Рассрочка от застройщика – это приобретение квартиры без процентов и переплат. Неизменная стоимость квартиры на весь период рассрочки, а также без привязки к иностранной валюте. Оплата производится непосредственно в белорусских рублях. Заключаете договор, вносите первоначальный платеж и получаете ключи от своей квартиры. Первоначальный платеж составляет 50%, оставшаяся часть равными частями вносится в течение 36 месяцев. Квартиру здесь можно приобрести как с изолированными комнатами, так и студию. Планировка продумана тщательно. Площадь однокомнатной от 40 квадратов, двухкомнатной от 60, трех от 80. Цена квадратного метра от 1207 рублей 87 копеек. Однокомнатная обойдется в 48 тысяч. В высотке установлены малошумные скоростные лифты. На каждом этаже балкон общего пользования с прекрасным видом на город. Больше информации о способах приобретения жилья можно получить в отделе продаж по телефонам, которые вы видите на экранах. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.